Синдром Туретта не лечится, но с помощью упражнений его можно взять под контроль. Срань в жопу! Простите. У тебя будет сосед по комнате, чтобы ты не был один. Алекс, это Винс. Сними долбаные кеды! Он будет твоим соседом. Привет. Что бы ты делал, не будь у тебя тигов? Я даже не думал об этом. Так подумай. Я Мари. Мне поручили все тебе показать. Компьютерный класс, но без интернета. Телеящик, но без кабельного. И игры полный отстой. Даю. Тогда можешь идти. А почему ты не ешь? Винсент, расслабься. Расслабиться – это как раз то, что я не могу сделать. Ты дрочишь? Если бы ты мог поехать куда угодно, куда бы поехал? К океану. Ваш сын пропал. Что значит пропал? Он угнал мою машину. Он и еще двое пациентов. Найди свой путь. Я его стыдился. Вряд ли он сможет меня простить. Стань смелее. Я много чего умею, но эти идиотские фобии связывают мне руки. А мне кажется, я толстая. Все мы немного тронуты. И немного тронутым. Вдруг там отстой. А вдруг там супер? Вдруг там опасно? Может, там классно? Газуй! Вдруг мы умрем? А вдруг мы нахрен выживем? Роберт Шиен, Дэв Пател, Зоя Кравиц, Роберт Патрик и Кира Седжвик... В фильме «Тронутые». Неужели эта долбанная болезнь не может хоть раз в жизни принести мне пользу? Ты произнес все это без единого тика. Но ругнулся 5 раз. В чем разница?